АК-74М-545, модифицированный со складывающим крыльями. Вариантов много было. Сейчас мы аккуратно поднимемся по лестнице на второй этаж, и кафедра огневой подготовки продемонстрирует вам. 10 ноября 2009. Больше где класса. Принципы. И на механическом открытом прицеле вы видите максимальную цифру 15, да? 15. 7 элементов. Представляете, Степанова более новый становится, машина. Легендарного русского конструктора Калашникова Михаила Тимофеевича по созданию стрелкового оружия. Начали пускать автомат Калашникова. Доктор технических наук, системных ценностей. По какой модернизации вам сейчас против иноземных захватчиков и оружейников?